слышали вы музыку и детей, как Елена Геннадьевна Преснякова. Эта хрупкая женщина с бездонными голубыми глазами уже 40 лет учит ребят играть на фортепиано. И ровно столько же она работает в Ивановской музыкальной школе номер 5. За это время уроки нисколько не превратились в рутину. Каждый ученик звучит по-новому. Работа с учениками – это очень творческий процесс. И порой находишь для себя что-то новое. С каждым учеником какое-то произведение рассматриваешь по-разному. То есть постоянно идет какое-то обновление. Поэтому, я не знаю, наоборот, дает какой-то приток молодости, свежести, новизны. В награду за труд в этом году Елена Геннадьевна стала лауреатом премии «Триумф» за личный вклад в развитие культуры и искусства города Иваново. Она человек огромного трудолюбия и высокого профессионализма. Ее ученики выступают в различных конкурсах, очень ответственных, как областного, так и международного класса, и всегда занимают очень достойные места. Ольга учится у Елены Геннадьевны уже 8-й год. Говорит, что более внимательного педагога сложно представить. Всегда корректно и деликатно. Елена Геннадьевна у меня ассоциируется с Моцартом, наверное. Потому что она тоже очень светлая, всегда улыбается, несмотря на то, какие бы у нее трудности в жизни не были. А я знаю, что они есть у каждого человека. Она все равно продолжает улыбаться и переживает со мной все, что я ей могу рассказать, и всю музыку, которую я ей играю. Кстати, Моцарт наряду с Шопеном, Рахманиновым – любимый композитор-педагога. В семье Елены Пресняковой все учителя, но никто не был музыкантом. Зато она свое предназначение поняла уже в детстве. Приходила из детского садика, рассаживала игрушки, садилась за воображаемый инструмент и играла, давала музыкальные уроки. И потом, когда уже поступила в школу, в общеобразовательную, ждала, когда же мне наконец купят пианино, и когда я начну заниматься любимым делом. Купили? Купили. А сколько вам было лет? Мне было 8 лет. Премию «Триумф» вручили в Большом зале ЦКАЮ в четверг вечером. В этом году ее удостоены 8 человек. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.